Начнем с этой фотографии. Ага, покажите. Ага, это вот это вот. О, дайте списать. Да, мы пришли к общему мнению, что это первопроходчество собой воплощает. Вот. У нас немножечко разные формулировки были, но пришли к единому мнению. Вот. Я, например, сначала увидела тут творчество. Я вообще видел след человека в смысле создания антропогенной среды. Там, куда пришел человек в природу, там за ним уже остается его человеческая среда обитания. Ну и у меня примерно мнение такое же, только ну как вторжение воспринимаю. В хорошем смысле. Здесь в хорошем. Творчество, созидание, преобразование под себя. То есть этот человек, он первопроходец, он идет, причем он творчески действует, не катком там прокладывает, а как-то вот... Да, то есть вообще по эффективности чувак стоит 3 бульдозеров, потому что он в принципе прошел, протянул за собой дорогу и еще бетон асфальтный завод. Да. А там еще машинка сзади вот разглядели. То есть это первый, кто проходит, а там за ним уже едут. Я подведу итог. Общее мнение, что картинка позитивная. Кто бы что ни видел, но общий итог позитив. Общий итог позитив. А теперь перейдем ко второй картинке. Здесь у нас было больше споров. Да, да. Кто скажет что-нибудь? Эта картинка вызвала у всех негативную реакцию. Ну, я, допустим, это тоже как вторжение восприняла, только уже в личное пространство. А ребята... Мы тут увидели некий медицинский тест, такой своеобразный, вот, наверное, на дезодорант. Короче, абсолютно, но который типа не прошел. У нас как Алеводов воняет там, я, ну, то есть она смотрит, как сморщилась. Ну, скорее всего, другой, но мы больше нашли к этому вопросу. И общее мнение, что это негативная картинка, то есть вызывает не очень приятные чувства. Да. Не, вот общее название может сказать неприязнь, причем как у людей на картинке, так и тех, кто на них смотрит. Такое вот чувство необходимости такой вот. Да. Сделать что-то не очень приятное, ну надо, потому что ну работа такая там, не знаю. Ну да, что-то. Все? Спасибо за внимание. Ага, спасибо.